Мене звати Максим Бахматов, я радник Київського міського голови. Моє завдання – робити місто ефективним, а не ефективних чиновників ефективними або звільняти. Нормальной громадой активистами надо вести диалог, потому что иначе действительно мы не будем вырабатывать нормальные регулярные правила. Все, что связано с законностью, надо жестко пресекать. Вы знаете, что особенно если считается с автомобилем, у меня нулевая толерантность к рогулям. Здравствуйте, день добрый. Извините за асинхрон по видео. У меня по видео получилась самая плохая презентация, да, наверное? Наоборот. Нет, самая хорошая. Самое таинственное, самое загадочное. Самое таинственное, Эндрю. Спасибо тебе большое. Да, меня зовут Максим Бахматов. Я управляющий партнер Unit City, глава управления RadarTech корпоративного акселератора. Это из того, что было. Упомянул коллега мой профессиональный опыт в стендапе. Действительно, приблизительно полтора года я развивал такой проект Comedy Club Украина. Был его собственником, продюсером. Бородина, привет. Вот там, где сидит Бородина. Аплодисменты Лере Бородине. Лера Бородина, О Май Лук, Джибар и так далее, когда-то счастливо работала пиар-директором Comedy Club и получала из этих рук зарплату, вот из этих, вот если что. Вот, запомните эти золотые руки, да. Ну ладно, я буду рассказывать про Unit Cities, и я буду рассказывать про команды. Значит, мне сказали зеленую один раз нажимать. Не туда? Туда-туда. Туда? Ну, а это... видео есть у меня? Я хочу спросить, крикните, да или нет? Нету? Ладно, окей, видео нет. Итак, для суперпроектов не всегда нужны суперлюди, друзья мои. Вот такой у меня есть тезис. Мы извините, бы поспорили, Андрей, извините, с Владом. Об этом и речь. Я специально, вернее, мне специально, вернее, мы специально это написали, что вас подрючить, Эндрю. Но я вам расскажу, о чем речь. Да. Ну, ты сам хотел этого. Так вот, речь о том, что те проекты, которые я делал, до недавнего времени я был гендиректором ВДНХ еще. Кто был на ВДНХ? Поднимите руку. Мое любимое упражнение вообще в Киеве. 90% поднимают руку вверх, да, как бы в суммах ни одного не поднимают руку, к сожалению. Да, это очень крутой проект. На сегодняшний день самая посещаемая площадка в Украине. 3 миллиона посетителей в год ее посещает с определенным средним чеком, с каким не скажу. Но это действительно так. Так вот, когда я пришел, всем было интересно, как же это все будет происходить. То ли надо всех уволить, то ли надо набрать самых гениальных людей и так далее. По факту, если вам интересно, я пришел всего с 5 людьми. Значит, один человек отвечал за пиар и маркетинг, один человек отвечал за стратегию, один человек отвечал за безопасность, один человек отвечал за финансы и один слесарь был. Расскажу, для чего он уже был слесарь. Дело в том, что предыдущая команда, которая была на ВДНХ, не совсем была довольна и рада, что ее убирали с коррупционных там каких-то потоков и тому подобное. И меня предупредили, что могут противодействовать на уровне закрытых кабинетов, складов и тому подобное, и ты не сможешь попасть даже в свой офис. Поэтому сразу же на работу я пришел со своим слесарем, который мне помогал вскрывать, если что, да, как бы какие-то вещи, которые находились. Так вот, те результаты, которые мы достигли, они действительно значительные, были достигнуты на 90% со старой командой. То есть гнид каких-то мы уволили, безусловно. Гниды всегда есть. Я вам больше скажу, в ваших суперкреативных компаниях их достаточно, гнид. Вот аплодисменты, знающие люди говорят, да. В каждой сверхкреативной, даже волшебном Гугле, Амазоне и так далее, вам скажут из 10 вице-президентов, что 2 гнида. И они будут друг на друга показывать пальцем, да, как бы, и так всегда будет. Так вот, мы постарались эти гнид вычислить сразу же, их уволить, чтобы они не мешали. А с остальными мы сделали самое посещаемое место в Украине, и для этого нам не понадобилось искать сверх что-то. Им повезло с руководителем, который может из того, что есть, делать вот такие вот интересные проекты. Если мы посмотрим на оставшиеся проекты, которые я делал, там, например, корпоративный акселератор RadarTech или Unit City, мы не ждали богов, которые спустятся с Силиконовой долины, поднимутся с Силиконовой долины, получается, да, из долины поднимаются вверх. Так вот, и скажут, как делать инновационный центр. Мы не знали. У меня есть в архиве фотография Макса Яковера, вот такая вот.
Это после подписания контракта с Хмельницким, он вот так вот сидел в кабинете и понял, что все встряли, потому что мы не понимали, как это делать, куда нужно делать, зачем этим нужно заниматься. Но потом шарм, обаяние, обыкновенные люди в необыкновенных конструкциях с правильным стимулом, не всегда большими деньгами, что очень важно. То есть, если вы думаете, что люди делают геройские, крутые проекты за большие деньги, это неправда. Вот Лера Бородина работала за не очень дорого. Правда, Лера? Мне очень нравится. Что? А, просто нравился. Друзья мои, харизма человека, безусловно, работает, да. Знаете, я ей нравился, а, значит, как это, женилась, можно так сказать, да, на моем друге Антоне Лирнике, да, как бы, то есть вот так оно происходит, то есть... Друзья, давайте ближе к Юнит-Сити, если можно. Ну, тоже же интересно людям, мы же про простых людей говорим, вот Бородина далеко не простая, идемте дальше. Извините. О! Да. Почему я про вином решил вам напомнить? Это как бы про ценности тоже немножечко. Во-первых, эта вот байда, которая вот так вот делает у вас тут перед заставками, мне очень напомнила. Вам не напомнило вином, нет? Кто смотрел вином? Ну вот эта байда на заставке у Федорова, когда вот это вот... Ну это же в ноль вином. И я подумал, вам будет приятно, если мы эту картинку сделаем. Да. Про совместимость. Ну, это опять же про проекты, которые могут лететь или не лететь, в зависимости от того, насколько люди совпадают. В данном случае, например, если мы говорим про Юнит-Сити, то все три партнера с абсолютно, с одной стороны, подобными ценностями, но с абсолютно разными навыками. Поэтому как бы получается это все делать. Я не уверен, что одного бы из нас получилось сделать Юнит-Сити, так же, как я абсолютно уверен, что если оставить нашего инвестора в одиночестве и сказать ему делать сам Юнит-Сити, я не думаю, что у него тоже бы это получилось. А вот совместив такие несовместимые вещи, то есть Василий Иванович Хмельницкий, там Макс Бахматов, Яковер, Дима Еремин, получилось первый инновационный центр, получается. Он не получился еще, он получается на сегодняшний день, тем не менее. Как я подбираю людей в команду? Про команду, если мы говорим. О! Значит, формула очень простая. Когда меня спрашивают, Максим, какие же... Как это слово модное? О, компетенции, спасибо. Какие же компетенции необходимы? Там, вот, вот это, умный, красивый, MBA. Слушайте, я знал столько дебилов там, с MBA, с Кембриджем, с Йелем и так далее. Вот честно. Их очень любят набирать люди, которым нужно прикрыть жопу дипломом. То есть берет себе, неважно, крупная корпорация, там, олигарх и так далее, хочет, чтобы у него сидел человек из Кембриджа там, какого-то или там, еще откуда-то. Он говорит, хочу. И ты понимаешь, ну вообще никакой, но диплом красивый. Да, как бы, и всем рассказать, может быть, у меня вот, из Кембриджа человек финансами занимается. Потому что там... Пиндос происходит в этих финансах и никого не интересует, но зато есть прикрытая история. Так вот, когда меня спрашивают, мне всегда очень важны руки, ноги, голова и желание работать, друзья мои. Вот еще спрашивают про вменяемость. Я на ней, пожалуй, делаю всегда акцент, так как я руковожу разными проектами. Это и девелопмент, государственное управление, IT, компания, инновационный центр, корпоративный акселератор, Comedy Club. Кстати, тоже. Да, как бы, почему Comedy Club смог стать Comedy Club без Павла Воли, Харламова, Мартиросяна и так далее, хотя первые две недели или три недели все спрашивали, когда же они придут? Никогда. Было сказано, что вы будете платить $1000 за столик на местных резидентах. Две недели обижались, потом все платили. Так вот, вменяемость, ее как бы оценивает только руководитель, по моим ощущениям. Никакие, только что мы общались с Чечеткиным по одному проекту, который уже выступил, и мы обсуждали одного кандидата в одном проекте, которого сейчас пропускают через все тесты, самые модные, дорогие и так далее. А по факту мы с ним пришли к выводу, что будет либо ноль, либо один.
То есть либо это все полетит, этот проект, либо не полетит. И вот эти все тесты, которые мы сейчас с ним прошли, он говорит, окей, давай пройдем и уже закончим эту всю историю. Мы об этом расскажем чуть позже, что это за проект, но по факту, к сожалению, не работает. Вот ощущение, которое дает человек, несет, пожалуй, это самое, самое важное. Это по поводу подбора. И финальное, финальный слайд перед вопросами и ответами. Они у нас будут, друзья. У меня еще есть 9 минут. Значит, вам разные люди и спикеры, которые тут выступали, говорили разные умные вещи. Я скажу тоже очень умную вещь, я считаю. Ее можно записывать и фотографировать. Что? Значит, я считаю, что все проекты, которые вы делаете, которые я делаю, которые делаются в этом мире, упираются всего в две вещи. Это в ресурсы или в деньги и во время. У кого получается лучше всего организовывать эти две вещи, тот и красавец-молодец. Все остальное не играет никакого значения. Если вам дать много денег и мало времени, не получится. И наоборот, то же самое. Поэтому без разницы, чем вы будете управлять медийным проектом, IT-компанией, офисным центром, гинекологической клиникой, вы все равно столкнетесь с этими вещами. На будущее рекомендую всегда это выкладывать на бумажке и понимать, чего вы будете достигать, сразу положить деньги на стол желательно, и потом вы будете понимать, что к чему. Друзья, назад отмотаю одну. Мне очень приятно общаться с залом. Я думаю, что я вас где-то возбудил. Пожалуйста, вопросы, ответы. У нас есть возможность 3 вопроса задать. Будет гораздо интереснее. Эндрю? Расскажите, пожалуйста, про Unit City. Хороший вопрос. Хороший вопрос от человека, который придумал бренд Unit City и продал его нам, между прочим, друзья мои. Так вот, Андрей, Unit City, давайте, это 25 гектар в центре Киева, которые занимаются, мне нет дырки в джинсах, нет, которые занимаются инновациями, там концентрируются умные люди, такие как мы с вами. Я считаю нас с вами умными, Эндрю. Для того, чтобы получался результат за гораздо оптимальное и более динамичное время и с минимальным количеством ресурсов. Вот и все. Что такое Кремниевая долина? Это большое количество, на самом деле не очень большое, всего 3 миллиона человек в Кремниевой долине живет в радиусе 50 километров. Концентрируются люди, концентрируются деньги, образовательные программы и компании. Их так много и такая плотность высокая, что результаты там гораздо выше, чем в любой стране мира, и не просто мира. Вы не вспомните ни один, ну кроме двух, может быть, и то хер вы вспомните, стартапов из Европы, которые стали всемирно крутыми, популярными, типа Google. Эти все вещи только made in USA. Только. Есть в Европе чахлый SAP, и есть в Швеции, напомните мне, стартап, забыл. Как? Spotify. Все. Больше ничего такого мощного, многомиллиардного нет. Есть такие середнячки, но это не просто так. Видимо, та концентрация настолько работает у людей, что нам приходится всем этим пользоваться, и у нас даже альтернативы нет. Так что вы понимали. Ни в поисковике, ни в пользовании телефонов в большинстве случаев и тому подобное. Это именно благодаря концентрации. Андрей, я ответил на ваш вопрос? Я думаю, да, я дополню немножко. Я думаю, что то, о чем ты говоришь, это очень важно, особенно в контексте украинского, к сожалению, надо признать, менталитета. У нас очень развито, я бы назвал это хуторянское такое мышление. Да, то есть, когда есть там 2-3 человека, и они вместе собираются, то кто-то из них говорит, слушайте, у вас тут так классно, вот на том пагорбе, вот я буду там, то вы до мене в гости идите. И в итоге оно все немножко рассыпается. И мне кажется, что та идея Unit City собрать на 25 гектарах максимально инновационные, технологичные, творческие и так далее компании, она как раз во многом призвана эту штуку где-то в голове поломать. Потому что как раз эффект Кремниевой долины, эффект вот этой вот кластеризации, он говорит о том, что когда ты сидишь практически рядом с своими коллегами, иногда даже с конкурентами и так далее, всегда то, с конкурентами, то ты думаешь изначально, что, о боже, а что, если они меня увидят, кого-то заберут и так далее, но парадокс в том, что ты в итоге выигрываешь. Потому что за счет вот этой вот концентрации и вибрации, и пульсации, то все и происходит. Одна из важнейших причин, почему получилось у Кремниевой долины, а у остальных штатов не получилось,
это отсутствие закона о запрете переманивания друг друга сотрудников, конкурентов и тому подобное. В Калифорнии этот закон не работает. Там можно перекупать людей, забирать силой и тому подобное, всячески хантить. Поэтому таким образом разогревается рынок, ты получаешь доступ к любым талантам, и происходит эта вся история. Друзья, перед обедом давайте два быстрых вопроса Максиму. Один с этой стороны, второй с этой. Есть вопрос? Поднимайте, не стесняйтесь, мне будет интересно. С этой стороны вопроса нет. Отлично. Так, есть ли вопрос с этой стороны? Нет вопросов. Я благодарю тебя, Максим. Отлично, друзья.